До открытия официального пляжного сезона осталось чуть больше 2 недель. Традиционно в Хасанском округе он стартует 15 июля. Сейчас главная задача – очистить пляж от морской травы и мусора, а также отремонтировать раздевалки, навесы и лавочки. Подрядная организация в рамках заключенного контракта выполняет работы по текущему ремонту пляжного оборудования. Рабочие восстановят и покрасят спасательную вышку и отреставрируют лавочки и навесы, и укрепят покосившиеся раздевалки. Совсем скоро по еще одному заключенному муниципальному контракту начинаются работы по сбору и вывозу морской травы с территории пляжа. Напомним, до этого собирали и вывозили морскую траву частные лица, делали они это на безвозмездной основе. А сейчас оставшуюся траву соберет подрядчик, уже за счет средств бюджета Хасанского округа. Мы сейчас поактивнее начнем убирать, мы это все уберем. Но я хочу сказать, что мы приведем в соответствие, все уберем, все сделаем. Но это еще не все работы, которые пройдут на муниципальном пляже Манжурка. Так, для обеспечения безопасности во время купания предусмотрено размещение ограждающих буйков, наличие спасательных жилетов, шлюпок и кругов. На информационных стендах будет размещена наглядная агитация по предотвращению несчастных случаев на воде и правилам поведения на водных объектах. Все подготовительные работы планируется завершить до наступления пляжного сезона. Олег Кудинов, Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.